И я хочу, чтобы вы управляли моей распаковкой. Если вы хотите управлять моей жизнью 24 часа, то подписывайтесь на мой инстаграм. Что вы проголосуете, я вам хочу показать свой домик. Что это? Три ботинка. Всем привет, меня зовут Маша. И посмотрите, какие я нашла лол-куколки. Мы зашли в магазин и нашли множество разных лол. Черный, светящийся еще есть. Пошли посмотрим, какие там есть. Столько много лол. Вот, смотри, какой лол. Это что такое? Это 12 серия. 12 серия, золотой. Да. Это обычный блестящий. Слышие. Вот эти люминесцентные. У них шарики должны светиться. Вот еще это такой же точно, да? Угу. Тоже 10 серия. Да. Перчинки. И здесь перчинка. И здесь тоже перчинка. Какие еще есть? А еще есть черненькие. Черный возьмем, да? Да. Здесь еще есть Леди Баг. О, Леди Баг. Помнишь, который мы с тобой делали? Угу. Кстати, ссылочку оставим в описании. На это видео. Это золотой мы видели. Лил Систерс. Маленькая сестричка. Еще есть конфетти. Конфетти-подделочка. Класс. Угу. Кто хочет, чтобы мы в следующем видео распаковали конфетти-подделочку, пишите нам в комментариях быстренько. Да. А мы пока возьмем парочку из этих и распакуем их дома. А какие увидите дома? А сейчас я приехала на дачу, и я хочу, чтобы вы управляли моей распаковкой. В Инстаграм мы скинули сторис, в котором спросили, какой лол вы хотите, чтобы Маша открыла сейчас? Золотой. Золотой, 12 серии. Или светящийся? Или светящийся. 10 серии. Нам самим интересно узнать, что в этом шарике. И в одном, и в другом. Поэтому пишите нам быстренько, мы ждем голосования. Да. И сейчас распакуем один из этих шариков. Лол. Пока я жду, что вы проголосуете, я вам хочу показать свой домик, который, наверное, вы уже знаете. И в котором я провела 24 часа. Ну что, поехали? Вот у меня домик здесь стоит. Здесь мини-кухня, на которой я себе варила вермишель. И здесь сейчас стоит не вермишель, а три лола. В голосовании принимают участие только два. Это светящийся лол 10 серии. И золотой лол 12 серии. Как такое возможно, я правда не понимаю. Но, наверное, это подделки, потому что они в коробочках. И вот такой вот у меня домик. Здесь крыша фиолетовая. Здесь окошко, которое можно открывать. И там мой домик. Там еще есть лавочка, чтобы что-нибудь положить. В этот домик я пока что мебели не ставила. Но если вы хотите, чтобы я провела опять 24 часа, то пишите в комментариях. Я, может, проведу, если вы напишите в комментариях. И здесь у меня дверь, звоночек. Три сердечка при входе. Ну что, заходим? Ой, я забыла еще одну сторону показать. И здесь опять окошко, которое тоже открывается. Ну что, приглашаю я вас теперь в домик. О, вы уже тут, мои любимые подписчики. Ну что, начинаем? Я вам показываю свой домик. Здесь у меня можно положить телефончик. А вот здесь у меня часики. И сейчас они у нас показывают 6 часов. Вот. А в крышу у меня есть окно. Так что я помещаюсь в этот домик еще.
Ну что, там уже голосование готово, я могу открывать шарик Лол? Ну что, сейчас мы посмотрим. Если вы хотите управлять моей жизнью 24 часа, то подписывайтесь на мой инстаграм. Вон там. Вот на него ссылочка и будет в описании. Поэтому, мои любимые, подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И нажимайте колокольчик. Обязательно! И тогда в следующих видео вы сможете управлять моей жизнью, моими челленджами и моими распаковками. А теперь смотрим результаты. Ого! Ура! Большинство проголосовало за светящийся Лол. И сегодня я его буду распаковывать. Эти я пока что убираю. Эти в стороночку. И в следующих видео мы тоже будем спрашивать у вас, какие шарики Лол открыть. Ведь у нас еще осталось два шарика. А может быть, мы их будем разыгрывать? Короче, следите за нашими сторис и участвуйте обязательно в голосовании. Конечно! Но что? Мы открываем. Давай посмотрим, что это за светящийся Лол. И да. Смотри, там все куколки, мне кажется, с крылышками. Светящийся Лол с крылышками. Интересно, а что у него будет светиться? Давай мне достаем его интересно. Из коробочки. Итак, какой там шарик? Та-да! Между прочим, это 10-я серия. Ничегошеньки себе. Луминиос. 10-й серии. Let's be friend. Тут перчинка нарисована. 10-й серии. Вы представляете, какой мы редкий нашли шар? Угу. Здесь и еще тут написано, есть. Какие сюрпризы у нас есть. Ну что, давай, открываем первый. По змеечке понятно, что ты даже не старалась его открыть. И... О, а здесь такая первая подсказочка. Ну это же 10-я серия. И какая первая подсказка у нас? Вау! Это черная подсказка, на которой нарисована перчинка и ее питомец. Кто открывал такие шарики, напишите нам в описании. Действительно, вот эта подсказка той куколки, которая будет внутри? Или это просто так? Наклеечка, кстати. На следующем слое у нас такое звездное вечернее небо и какие-то домики. И девочка вот такая вот кошечка. Давай открываем, посмотрим, какая у нас там подсказочка. У меня светящийся шарик какой-то. Розовый. Светящийся, мне кажется. А в конце видео, смотрите внимательно, мы попробуем в темноте испытать этот шарик. Да, а вот посмотрите. А это тоже подсказочка? Странно. Вообще-то в обычных шариках под первым слоем длинненькая подсказочка, а под вторым квадратная, а тут наоборот. И это тоже наклеечка. Почему у нас питомцы нарисованы? Ну что, дальше открываем. А я вижу, что этот Лол, он чуть-чуть прозрачный. Какой он красивый, да? А вот да. Еще одна подсказка. А что на этой подсказке у нас? А на этой подсказке у нас куколки. Смотрите, у нас вот такая подсказочка была с куколками. Подсказочка с питомцами. И подсказочка, или с что перчинкой. Такое? С перчинкой. Ну что, первый раз вижу такие шарики. Что у нас там? И открываем наш шар. Итак, открываем по одному сюрпризику. Давайте начнем. Вот у нас пакетики. Пакетики у нас прозрачные, и мы знаем, что это значит, но мы никому не скажем. Да. Ведь этот шар действительно интересный. Мы никогда такой не открывали. Что там? Платьишко вот такое оранжевенькое. Ой, какое платье классное. Мне кажется, оно должно светиться. Оно очень мягенькое. Оранжевое платьице. Красивое такое, полупрозрачное. Да. Давай посмотрим, что у нас в следующем пакетике. Что это? Три ботинка. И в следующем пакетике у нас три сапога. А может, у нас кукла будет с тремя ногами? Это что-то, Маша. Такой шар мы точно никогда не открывали. Давай следующий пакетик открываем.
Здесь должна быть бутылочка. Две бутылочки? Нет, одна. И какая у нас бутылочка? Вот такая. Правда? Зелененькая, с синенькой крышечкой. И что же у нас тут? Еще? Что у нас? Ручка от шарика. А я уже видела куклу. Показывай каталог какой. Ого. Какой он странный. Какой он огромный. Ну что? Та-да-да-да-да-дам. Та-д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 а. Какая нам попалась куколка в светящемся шарике лодки? Пара-да-да-да-бара-ба-да-да-дам. Показывай. Та-да! Вот такая вот кукла. Мимимишная. Ой, она еще мягенькая, у нее мягенькие ручки и мягенькие ножки. Ну, давайте сейчас ее оденем. С косичками. Ну, немножечко у нее личико неаккуратно накрашено. Но, в принципе, куколка классная. Вот такая у нас попалась куколка. В светящемся шарике лоб. В оранжевом платьице. С тремя ботинками. Правда, третий мы решили не одевать, потому что кукла оказалась у нас нормальная. С двумя ногами, а не с тремя. Но это будет запасной. Запасной. А сейчас пошли в темное место, посмотрим, что же у этого шарика лоб светится. Мне кажется, у куклы светится платье. Мне кажется, у куклы светится тоже платье. И еще сам шар должен светиться. Да. Сейчас мы проверим и вам покажем. Вот мы зашли в темное место. Шарик светится. Но, к сожалению, его вообще не получается заснять. Особенно светится ручка. Кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал «Наша Маша», а потом поставьте колокольчик и проверьте, стоит ли колокольчик именно у вас. И всем пока-пока! И подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании, и вот он! И тогда вы будете управлять Машиной жизнью. Следите за сторис, подписывайтесь на Машин канал, на инстаграм. И всем пока-пока! До новых встреч!